Предположим, мы добавляем анимацию. Так вот, есть такая. Ладно, я ее укорочу. Предположим, такая анимация. Дальше, когда она закончилась, естественно, идет имитация, человек падает. Сделаем ему какое-нибудь поведение, например, баланс. А вот после есть такое желание добавить еще одну анимацию. Так, добавили еще одну анимацию. Что мы здесь видим? Значит, проходит, ну, включаем имитацию, прошла первая анимация, идет баланс, и вторая анимация не работает. То есть вот она есть, но она не работает. Чтобы она заработала, вот эти вот треугольнички, они отвечают за разграничение эндорфина между анимацией и имитацией. Сейчас вот мы видим, если я растяну этот треугольничек до вот этого места, то вся шкала таймлайн заполнится синим цветом, что будет означать о том, что все здесь находится в состоянии анимации. И тогда произойдет следующее. Здесь анимация, тут ничего не происходит, и идет анимация следующая. Поэтому вот это место нужно оставить имитацией. То есть не нужно трогать этот треугольничек, а вот здесь вот создаем simulation event. Ставим no simulation и по желанию закрываем анимацию, если дальше опять будет имитация.